guter Tag für Russland und für Deutschland. Einweihung von Stolberg-Russ, modernste Schokoladenfabrik Russlands, in Rekordzeit unter einem Jahr gebaut, 51 Millionen Investitionen aus eigener Tasche, wohlgemerkt, ohne staatliche Hilfe, Arbeitsplätze für 300 russische Mitarbeiter. They may not prefer Russian-made candy, but they have been flooded with cheap imports up till now. And the quality and the taste of the cheap imports does not measure up to the quality of the good Russian producers, of the top Russian producers. И люди предпочитают все равно отечественную продукцию. Мы никогда с открытия своего никогда не торговали импортным товаром. Понимаете, потому что мы и сами попробовали. Я товаровед по образованию. Я знаю состав наш, я знаю состав импортного шоколада, импортной кондитерки, наших продуктов. Так вот, мне больше нравится, и мы решили, покупатель уже привык, что в этом магазине всегда отечественная продукция. А то прям сейчас раз, смотришь. Возьмите, так и передавайте. Продукция лучше, чем импортная. Импортные, ну я не знаю, но импортные, кто его знает, они когда производились, что мы получали.